переписка Чайковского с фон Мэг, где он просто пишет, что такая узкая дорога, что кареты с трудом могут разъехаться. Дорогу расширяли и динамитом взрывали горы, которые с левой стороны. Сегодня она уже максимально расширена, эта дорога. Очень красивая. Почему мы с вами сможем остановиться, хотя это горная дорога? Мы с вами остановимся и воспользуемся парковкой для пещер, святые капли воды. Но если бы это было не лето, а весна, еще бы, поднимаясь на мосты, мы бы увидели ручей, водопадик. Сейчас будет мало воды, но она будет. Очень красивый такой водопад, красивая дорога наверх, можно подняться. Ну и посмотрите обрыв, который под нами справа. Высота 60 метров, когда мы остановимся, до озера будет. 65 примерно. A pak je hezky ještě ten obr a odpas. Thank you.
Вы знаете, тоже даже стыдно вам как говорится показывать.